Всегда вот там мы вчера на пешке летали, там 20 на двоечке было. Не, ну тут можно так посмотреть, хотя бы сколько у тебя процентов осталось. Это 16% еще. Где его уже нашел? Ну вот сюда взлетел сразу на севере, он Ваня же сказал. Две фоки гоняли якобы. Я у них его типа отжал в облаках. Ты не спиздил? Не, ну не спиздил, а он от них убежал в облака, а я его там срезал крылышко у него. Кто рядом со мной летит? Ты. А? Над этим сам. Над рекой 2000. Реки это по парамону. Идет нам. Тут реки, блядь. Вижу. Пошел на него. Да. Блять, что-то пиздец хуёвая атака, я пошёл. Ай, блядь. Нахера ты в него въебался? Он без крыла летит, слышишь? Добей его. Да нахуй, скажи. О, смотри. Он упал, а мне засчитали. Прикинь. Там в районе Барабанова лавка на 2000. Даже не рассматривал. Ну,
Так, я над двумя квадратами, у меня тут противник. Я не могу зайти его. Вот. Там ну, главное, что Илью Муромца выпустили уже с готовыми миссиями из компании. Вот что интересно. Если ее, блядь, они планируют в октябре месяце. Открываем. Градом, потом еще. Ну они же ее не с нуля делали. Там же тот же ровщик. Привет, привет. Мне нужна твоя одежда. Саша. Ну голос у тебя вообще электрическая сила, бля. Голос из преисподней. Это микрофон. Че там, блин, кукаешь? Ой, я сюда купал. Я уже, я лезу. Кушай, убивайся. Так, только не надо молчать. Обещаю вас не оставить. Постараюсь. Сука, я 100 лет пришла в клубе, я был, блядь, Олег, это был просто финиш. Называется, он ты дорвался до вискаря. Ты чё, много вискаря было? Пиздец, блядь. Его было немного, но убили его. Так, месяц, который отсюда тянет вверх, в климбе стоит, на тебя 6-6-6 заходит. Ты чё, блядь? Это не наш. Я правда в бочке слышу. Да. Это фоком, блядь. Блядь, чуть не въебался в нее, а?
на юге на 2.5-3. Блять, сколько я промазал, нихера себе, блядь. Странно, блядь. Блядь, видел какой-то контакт, ты проебал, сняка на. Блять, его больше ящик, сквозь облака. А, все, я его сбил, ебаный рот. Ну что так я попал, я не видел попадания. Я думаю, должен ли что-то проманывал, блин, должно было лететь нормально. Далеко заходит. Я на 3000. Надо их силдом. Сейчас над Сталинградом. Месяц шасси. Где? Она на Сталинградом, я там не была. Где дымы, что ли? Там? Где дымы? На Сталинградом. Да, я тут. Высота какая? Две. Я его пробил. Да, блядь. Хорошенько. Чё, Макс, ты будешь летать? Ты же знаешь, что я значит разомневаю. Давай, не надо, да. Может стошнить? Я уже хочу слушать много. Мужики, все, иду, я отдыхаешь. Давай. А, вон война. Сбили его. Сбили? Это не тот. А, ты сбил все видео, да? Да. Молодец. Ой, инверсия на. Слушай, здесь это красный с инверсией надо попасть. А где? А вот на своем рядом, я думаю, блядь, инверсия была тут точно. И... А вот он высоко летает, вот он. Так, кто у нас? Похож на красного. Да, это лавка на. Это лавка. 6 заходит. Меня, что ли, заходит. 6 заходит на тебя снизу нам. Ты на 4000.
Да-да-да, пикируй, пикируй, пикируй. Давай, 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 убегай, 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 я за вами. Че, я сейчас ей на 6 выйду? Я у нее уже на 6, да. Все. Ой, хорошо. Ляпота. Где туз? Ты в правом стоишь? Я между Волжским и Сталинградом в правом. А, всё, это значит, мы у тебя. Справа мы у тебя. Ага. А кто дымит? А ну 6 проверь. Вот я оно дал, я давлю? Нет, за тобой кто-то. За мной. Ванёк, нет, у него нет дыма. Есть дым, у меня дым нет. Рисует. Да, просто с дымком идет. Но у меня нету, но почему? Странно. Ваня, ты видишь дым у себя? Есть, есть. С дымком круто лазит, далеко, конечно. Прям сильнее, сделай змейку такую, посмотри назад. Я вот он, могу, вот да. Он, да, 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 у тебя дым идет. Да, а вижу, я... Походу, а я не вижу у него дыма. Есть дым у него. Да, да, да. Прям черный такой. Так, есть на Южной Поляне на 2000 контакт. 2000. Это же 3, наверное. Вижу. Пойдем. Под ним еще один. Два контакта там. Это якорь тянется за фокой, кажется. Да, 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 кажись, да. Так, и еще сверху кто-то падает, внимание. Да, 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 вот это сверху. Это красный, красный, давайте два красных там. Так, фоку пробили нам. Захожу на Якона. Я кинул фокус. А вот давай, срубай, не срубай, не срубай. Готов. А еще один. Где? Где-то внизу был, внизу. Он под облако, по-моему, ушел. Не вижу я его. Мне кажется, его фока пробило, и он ушел, нет? Может быть. Это непонятно. Так, высоко есть красный, высоко красный есть, 4000. 4000 над лесополосой. Над тонкой лесополосой. Пошел курсом 150. За тобой. Зоны по нему не стреляют. Еле видно его. Так, а вот под тобой чуть позади, по-моему, красный из облаков вынырнул. Да, 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 як. Ну-ка давай, ты пикируй на него, я пошел. Давай, за давай, дальним. Я пикирую на него. Я за дальним пошел.
блядь, она меня увидела, блядь, смотрела. Кажется. Пробил этого якоря, он дальше летит, дым пустил только. Лавка, блядь. Да, якорь, якорь. О, внизу якорь здесь. Блядь. И по той траектории пошел. А это только напугал его, пиздец. Да. Я не попал в него. Первый раз я ему по крылу прошелся, что-то вообще только дым. Поджог пулемет у меня. Че там, Олег, с тем высотником? Да вот начинаюсь, ну тут крутится на. А лавка на. Слушай, этот якорь еще раз выпрыгнул, дым на уровне. Да, мало что ли? Ой, блядь, у меня опа, нихуя я зажег с пулемета красиво. Вообще охуенно. Ага, видно вообще издалека. Ну. Блять, пушки-то нету, но ё-моё, я не знал. Чё, этот вниз слился дымный? Нихуя, вверх ушёл опять. А, вижу. Вижу, это вижу. Чё там? Ну снимайте его. Чё, с подвесами? Конечно. Там у вас трое, да? Один турбострой красный, да? Правильно? Ну да, с крыла красный. Ладно, я пошел домой, сяду. Но... Огонек далеко так на той левой. Крыло поджог или? Запал. Есть. Так, внимание, с курса 130 реку пересекает красный. По уровень облаков. Двое красных, прямо над рекой сейчас. Вот кто-то прямо над рекой. А, вот внизу, двум, что ли? Да, к двум квадратам подходит, Низко. Вот сейчас над двумя квадратами проходит. Вижу, я прям над ними пикирую. Это может быть не красный, это кто-то за кем-то, наверное, бежит, блядь, или что-нибудь такое. Да, это фока за красным, по-моему. Точно? Нет, это две фоки. Ой, ёпта, раз это, блядь. Да, оно. Чё, фоки так не ступают-то, а? О, шесть у кого-то, блядь! Якорь за кем-то сейчас вытянет. Тянусь за ним. Иду. Держитесь там, кто, блядь. Дым пустил, кто атаковал. Я попал еще. Разобрали? Да. Дай бог вообще, блядь, размалываться. Там вообще 5 частей от него падает. Два крыла, хвост, короче. Я там носился без залпа, дал. Тебе, да, записали? Да. Это пиздец. Давай, Серёга. Ты у меня уже два фрага подобрал. О, как говорится, в большой семье лицом не щелкает. Клювом не щелкает, да. Ножки, да. Наверное, плохо. Наверное. Да, плохо, да? Нет, это ее шарят, блин. А вообще такой не такой, привет. А вот кто-то по низам жарит его потихонечку. Надо выслать. Закавшая вещь. А, все. Походу красный, ну. Да. Ну, по очертанию... Пойдем, пока фоки не видят. Да, мог спиздить.
только увидел. Ты заходишь, да? Дотянул, да. Ага, ой, бля, у меня скорость тоже вообще. Да сейчас это, сейчас, ну, блядь, справа энергии, блядь, учится. Лучше бы он сделал, блядь, куда-то вот движение. Блядь, не угадал траекторию, ладно. Ой, земля, 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 земля. Ты чё? Блин. Ох ты. Да, выкрутил. А ты на какой скорости на него заходил-то? 700 где-то, наверное. Где-то. А чё-то я вообще не рассчитал. Да, я стабилизатор крутанул, и у меня это крыло от нагрузки. А, ну тут 2 минуты осталось, в принципе. Я даже вылет не буду делать. Ну да. Фоки отработали его. Это, блядь, хорошие фоки две. Четко вдвоем зашли. 1-2, все, блядь. Черный дым, блядь. Это что они по нулям ходят, это уже не четкие. Не-не-не-не, они спикировали, ушли наверх, в принципе. Ну, шарятся на 2000, блядь. А это кто такой? Нихуя себе. Это что за номер был, блядь? Называется у меня, блядь, топливо.